В этом месяце многие чиновники Владимирской области получат урезанные на 10% зарплаты. Как известно, в сентябре прошлого года губернатор Светлана Орлова не приняла постановление о повышении зарплат служащим, замещающим госдолжности, и более того, снизила зарплаты им и себе в том числе на 70%. А сегодня на заседании Заксобрания был одобрен проект закона о сокращении ежемесячных выплат заместителям госчиновников еще на 10%. Это должности губернатора области, его заместителей, председателя законодательного собрания области, его заместителей, председателя счетной палаты и его заместителя и председателя избирательной комиссии. Законопроект разработан в целях экономии расходования бюджетных средств на оплату труда и оптимизации затрат на содержание лиц, замещающих госдолжности. По оценке счетной палаты, областному бюджету удастся сэкономить около 4 300 000 рублей. Это временная мера, которая предварительно будет действовать до 1 декабря. Все будет зависеть от ситуации в стране. Если ситуация будет улучшаться, мы будем рассматривать вопрос о отмене этого закона. Если ситуация по каким-то причинам улучшаться не будет, ну, возможно, еще снижение зарплат. Более того, по словам спикера ЗС Владимира Киселева, в этом году все органы власти Владимирской области снизят свои расходы еще на 5-10%. Что касается запланированного роста зарплат у государственно-гражданских лиц, то его в 2015 году можно не ждать.